И вновь приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости Color Games. Возвращаемся к Риму 2 Total War, компании за фракцию RDF на легендарном уровне сложности. Итак, с бривки вообще умом тронулись, идут туда, не знаю куда. Может быть, в принципе, у них нашелся новый враг. Покоцанные вообще практически раздолбанные армии. Пухли они от голода очень долго. Они до сих пор пухнут от голода. Еще одна армия, хотя они не пополняются. Полканчик какой-то новый у них нарисовался. У Сигестики, кстати, она восстановилась. Два здания восстановились, третий на подходе. Так, 10 ходов пройдет. Хотя я, блин, уже не знаю, сколько ходов прошло. Если, например, мы попробуем объявить им войну. Блин, так не получится, да? А сколько ходов-то вообще мирного договора? Где-то показывалось же это когда-то. Подожди, стоп, это не то, вообще я выбрал. Например, объявить войну. Так, вот, осталось 9 ходов только. Один ход, блин, прошел, а ты сразу хочешь войну объявлять. Мы отсюда выгребли просто хорошее количество денег. Очень много денег выгребли. Лариса восстановилась. Два здания восстановилось. Так, наша армия, ну, не полностью восстановилась. Давай здесь сделаем укрепление. Давай тут. Вот тут проверим. Нету армии. Давай тогда пошли к Пелле проверим. Что у Пеллы? Блин, тут одна армия спартанцев. Один чел. Может быть, разорим Ларису и к Пелле пойдем, а? Блин, ну, в принципе, можно это сделать. Давай это попробуем сделать. Давай опять нападаем на Ларису. Так, гарнизончик также все восстановился. Но мы его по-прежнему автобоем гасим, давим. Так. В следующий раз, возможно, разыграем бой. Блин, конница у нас хорошо покоцалась. 1254 мы, в принципе, получаем от разграбления. Ай-яй-яй, конницу надо восстановить. Уходим на территории пира. Здесь восстанавливаемся дальше. Так, еще денежки в казну у нас прилетели. Так, еще денежки в казну. В казне 27 косарей. 27 косарей. Так, здесь. Заходим в ядер. Заходим в ядер. В Дельминии. Мы нанимаем новую армию. Возглавляет ее Гентена. Так, собрать армию. Иллирийской конницы. Ее будет охранять. Так, и дальше ей мы конницу. Раз, два, три, четыре. Четыре отряда конницы вкидываем. И вот этой вот небольшой армией мы пойдем к Одессосу, наверное. Ну или к Анфее. Будем стараться разграбить вот здесь вот поселение под Спартой, которыми Спарта владеет. Так, 879 доход каждый ход. Нам бы еще, знаешь что, нам бы еще флот собрать. В Эпидавне давай-ка мы построим три хода. 1392 стоит общественный порядок, минус один доход от ремесел. Производство 70 дает гарнизон, позволяет нанимать хорошие отряды, хорошие кораблики. Да, вот тут вот начнем флот строить. Дальше в Дельминии мы алтарь Бинду улучшаем. Так, общественный порядок, заход такой же остается. Балканское культурное влияние увеличивается, доход в морской торговли. И эдикт о хлебе и зрелищах, пища еще на единичку прибавляется. Вот так вот качаем. Такс, вот качнули. Следующего дипломата, жену Анея Лавинцию,
Мы засылаем кипиротом. В эпир отправляем. Так, она же не может, она в армии. Что она тут делает? Или это глюк? Или это глюк? Такс, такс, в этот ход. 3 балла, и хотят военный союз подписать. Вообще им что-то как-то пофигу. Может им просто, блин, деньгами помочь? Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Блин, или просто... Давай вот так вот попробуем. Или просто деньгами им помочь. Да ладно, пускай будет 1000. Просто больно на них смотреть. Я хочу, чтобы они немножечко со спартанцами посражались. Давай-ка им вкинем бабло, если это, конечно, поможет. Македония. Давай 1500. Умеренный шанс. Нифига. Так, еще раз. Давай 2000. Не хотят вообще. Ладно, хорошо. Что-то с Афиной, блин, там связано. Не знаю, у нас общие враги. Почему так? Эпир вообще на месте стоит, они пока не атакуют. Может, ждут, пока вторую армию соберут. Так, у вас по пище-то что? Блин, у них хорошо все с пищей. Так, ладно, пускай собирают вторую армию, а мы заканчиваем ход. Вот дела. Ну, дела. Нам бы на море тут тоже порядок навести. Так, дополняет вторую армию. Давай, давай, эпир. Ну, там, конечно, будут гоплиты какие-нибудь легенькие. Но все-таки. Бревки в море вышли, фига себе. Кнос. А объявили, короче, нам войну. И теперь прижигают с нас, хотят деньги поиметь. Че вы, ребятки, охренели, что ли? Мир так мир. Война так война. Мир хотите, только без каких-нибудь бабосов. Я сказал, без бабосов. Я не боюсь, в принципе, с вами воевать. Так, 3 баллы. 3 баллы. Ограбление. Верца. Действие обокрасть. Вражеский соглядатый похитил у вашего агента золото, лишая его возможности действовать. Офигенно. Так, наш дипломат вернулся в сопровождении знаменитого барда. Общественный порядок во всех провинциях вырос за счет барда, который по нашим провинциям начал ездить. Представление давать, хорошо. Отчет по хозяйственной части. 480 доход каждый ход у нас. Так... Ты давай-ка, наверное, вот сюда вот. Подходи. И еще давай. Пускай будет 4 отряда конницы еще. Или подожди. 2 отряда, ладно. Так, 2 отряда. По агентам. Вы используете максимальное возможное число таких персонажей, я понял, хорошо. Хорошо, не позволяет нам это сделать. Лариса еще не восстановилась. А вот к Пелле мы можем выйти. Взять их в блокаду, вот только с моря не получится. Здесь у нас пока 1 отряд, да? Но будет скоро 6 отрядов. Плюс 15 отрядов. В гарнизоне. И 4 отряда это морской гарнизон.
Тут получается 19 отрядов, 19-20, 20 на 20. Прачников у них 4 отряда. Блин, от Пэлла взять это рискованно, конечно. Это слишком она укреплена. У меня тут слишком херовые отряды сражаться. Ну что, если рискими новобранцами буду биться на стенах? Давай-ка ты восстанавливайся пока дальше. Так, ты тут проведай территорию. Ага, стоп. Сюда мы не дойдем, да? Если только вот отсюда. Вот так вот немножечко пройдем. Пускай они нанимают. Лариса пускай восстанавливается. Так, здесь мы поднанимаемся. Здесь мы ждем тоже своего часа. Блин, тут начали армию нанимать, ты смотри. Но они дохнут, они дохнут. Я думаю, не страшно будет. Так, 3 баллы. Sit, friend, and let us talk, and let us have good one. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome. Вообще пипец, какие-то бестолковые. Бестолковые соседи в нашей фракции. Ладно. Поживем, увидим. Самое главное, право прохода у нас подписано же, да? Greetings, friend. I've called for... Так, здесь, да? I am eager to hear your embassy. И здесь, да. Ну и все, теперь завершаем ход. Так, Афины увели свою армию назад, и пир идет на Афины, что ли? Ну-ка, Спарта тут не вылезет. Тут еще должна была быть армия Спарты, если она по морю не ушла. Из самой Спарты. Надо там проверить, она может там сидит. Сейчас в Верцу куда-то пойдем. А, бревки вот хотят где напасть. Угу. С моря и с суши хотят на нас напасть, да? 3 балла вернули свою армию. Доблестная смерть, блин, кто? Кто-то нас покинул. Лишь бы не лидер. Блин, слава Видосу, да? Давай пускай Аней теперь также возглавляет. Новый вождь Аней. Так, пир. Сезонные ритуалы, сезонные ритуалы составляли важную часть жизни варварских племен. Так, у кельтов было 4 главных ежегодных праздника, символизирующих смену времени года. Имболк, Белтайн, Луг. Гнасад и Самайн. Подобные празднования в той или иной форме встречались в большинстве культур с родоплеменным строем.
Как правило, на таких праздниках было принято благодарить землю за щедрость и приветствовать наступающий сезон. Особо важны были ритуалы, связанные с наступлением зимы, темного времени года. Именно в это время производился забой скота, вернувшегося с горных пастбищ, за которым следовал всеобщий пир в свете костров, призванных развеять наступающую тьму. Блин, хорошие празднования какие. Доход от земледелия плюс 15%, общественный порядок, заход плюс 4, все провинции. Здорово. Естественная смерть Бордилис. Но пришло время, Бордилис нас покинул. Слава ему и честь. Он сделал слишком много для нашей фракции. Для ордеев, для ордейского народа, иллирийского народа. Так, окей, его место занял его сын Анней. Строительство завершено в ядере поля. Новая особенность Анней царь, авторитет заход плюс 4, влияние вашей партии заход плюс 3, вся фракция, содержание всех сухопутных отрядов минус 10%, только армия своя. Боевой дух всех отрядов плюс 10%. Хорошо. Отчет по хозяйственной части. Конница нанята. Противник ранен. Тимандра, наконец-таки, ее ранили. Так, тайный агент раскрыт. Подожди. А куда она хотела напасть? На кого? Цель Верцу. Верцу ее ранил. Красавчик. Красавчик. Так, что по Ларисе? Плохо восстанавливается. Очень-очень плохо. Так, посмотри-ка, что тут у Спарты. Да ладно. Пойдем-ка разорим Спарту, а? Блин, конница, конечно, не восстановилась. Ну, давай попробуем. Вот сюда вот выходим. Здесь пока полная армия, но они дохнут, дохнут, дохнут. Че, ребята, решили, правда, напасть, что ли? У меня тут 12 отрядов, плюс в самом ядере 11 отрядов. Навряд ли у вас что получится. Восстановили свой городишко, столицу? Да, они это сделали. Так, здесь. Пошли-ка погуляем. Пошли-ка... А, блин, Одессас и Анею захватили. Македонцы, не получилось. Ладно, держим эту армию все равно. Где-нибудь неподалеку. Где-нибудь поблизости. Бухач. С таким баблом. А чё, давай вкидывать дальше в строительство. Так, общественный порядок на минус 3. В ядере, если мы кинем, общественный порядок ухудшится, пища прибавится. Ну нафиг нам две гавани, правильно? Давай рыболовецкие хижины. Общественный порядок у нас 22, пока еще. Ну это от барда еще, конечно. Так, давай-ка тут еще снизим общественный порядок, прибавим пищу, доход от земледелия. Отлично. Здесь пока это строить не будем. Дает гарнизон иллирийской конницы. Еще один гарнизон. Угу. Выпида мне. Так. Так, здесь требует технология изучения. О, скоро четверочка рост у нас будет. В бедам ничего не построим. Такс, такс, вкинули 18684 золотые монетки в казни. Ну и завершаем ход. Карфаген. Блин, в принципе, Пэлла можно уже захватывать. Так, Лариса отживали. Эпир, молодцы. Спарта начинает голодать.
Блин, и пироты. Великий пожар в Дельминии, блин. Случился великий пожар, и уже есть погибшие. Пламя, возможно, погасить, и уже многие остались без крыши над головой. Великий пожар на два хода. Доход от культуры 50% минус. Общественный порядок, заход минус 10. Обалдеть. Еще восстановить нам это все надо. Сказанные наши. Так, строительство сотня. Дельмини развит. И гавань построена в Эпидамне. Фракция уничтожена. Скардийские. Фига себе. А кто их? Дако-Фракийская конфедерация. Новый домочадец или предмет. Прорицатель. Ух ты. Дако-Фракийцы. Хера себе. С ними четверочка. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. А что если засланца? На лавинцу заслать. О, а тебя что еще? Подженить? Гентену можно. Стоимость харизмы 20. Дает фигня. Давай попробуем. Цель бату. Свадьба назначена, окей. Бату у нас появился. Боевой дух. Ага. Стальная знать. Ну-ка, бата, давай-ка ты направишь сюда к фракийцам. Дохнут, дохнут. Так, дохнут. На Спарту что-то я уже перехотел идти. Тут, блин, афиняне могут нас выбить. Пускай они тогда и пир тут выбивают. Давай пошли пока к себе. Поближе, вот сюда вот. Нет, вот здесь вот. И тут немножечко подвосстановимся. Вот, армию восстановим, потом к пыли, может быть, выйдем. Сюда давай в разведку. Кто у них тут? Ну, гоплиты-ополченцы. Я думаю, афиняне сейчас их отсюда с Ларисы выбьют. Пускай выбивают нам, потому что Ларису выгоднее грабить. Может быть, даже армию афинскую мы загасим. Так... Тут. Не знаю, что делать-то. Куда теперь? Хотел в Одессос там. Все нормально. Ну, давай к Нессу сюда вот армию подведем. Еще вот так вот. Попробуем вот так вот встать. Дадим нашим союзникам, соседям понять, что мы их поддерживаем. Все равно они не хотят, а. Подписывать договоры. Блин, меня этот тупизм тут в Риме 2 это не нравится. Нелогичный такой тупизм. Нелогичная дипломатия. Прям вот официально, просто это может быть челлендж такой, что ты выиграл тяжелый уровень сложности, но это нелогично, блядь. Общие союзы, общие враги есть. Почему не подписать? Я и, ну, мало ли не было общих врагов, тогда мы не подписывали военные союзы.
Ладно, все, хорош. Давай заканчивать ход. Хорош трындеть. Хорош трындеть. Давай-ка. Мотаем ход, смотрим, что будет дальше. This senseless war can end today, but only if you see matters as they are, not as you wish. Бессмысленную распри. Ну как-то она бессмысленная. Она осмысленная. Блин. Давай ты мне просто денег дашь. Ну ты сам отказался, я-то чё. Так, 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 так. Вступить в войну, чё? Они требуют вступить в войну с бревками, а почему? А, они же воюют, а я замирился. Блин, дружище, давай это... Давай я тебе дар сделаю. И хорош, я с тобой поделюсь, короче. Опа! Спарта Ларису захватила. Опять на Венца, блин, покушение, похоже, его ранили. Самое главное, чтобы не убили. Your people will fall into darkness and despair. Мы будем достойными врагами, надеюсь, мой бывший друг, твой народ совсем скоро кунется во тьму и отчаяние. Так, и пиры три баллы, зову я вас поддерживать меня с войной с Вифинией. Блять, вифинийцы, вы-то куда полезли? Что творится? Так, мятеж в столице. В столице вспыхнул бунт. Вы подозреваете, что его организовала одна из политических партий. Как вы отреагируете? Подавить мятеж, конечно же. Подавить. Персонаж убит. Верцо. Земля тебе пухом. Хороший был агент. Хладнокровно убит. Мы за тебя отомстим. Тимадра, зараза. Опа, Зак Фракинской конфедерации наш дипломат возвращает сопровождение мудрого тактика. Какое-то время ваши армии смогут проходить большие расстояния. Так, просьба союзника не удовлетворена, да? Но я не догнал бы ее. Так, новое задание. Орудие войны. В эти тяжкие времена племя уповает на доблестных воителей. Нам нужен сильный полководец, который сплотит народ против супостата. Цели героя нанять. Ну, военное искусство. Шанс на успех любых действий воителя плюс 5%. Отлично, награда будет навсегда. Избыток населения Валерии. Тайный агент раскрыт. Тайный агент раскрыт. Блин, полоса неудач немножечко нас постигла. Так, и пир 14 отрядами берет Афины. Взял Афины в осаду. Что-то зря. Это что-то зря, по-моему. Так, тут Спарта у нас голодает. А мы подводим армию вот сюда вот. Ближе к Ларисе. Так, в Эпидамне мы нанимаем воителя. Или воительницу. Так, пленники, захваченные в бою, плюс 10% своя армия. Прибыль от налета, плюс 4% своя армия. Стоимость наборных осадных отрядов, дальность стрельбы всех осадных машин, стоимость строительства. Нет, давай-ка вот это. Правая. Нанимаем. А, на 6 всего ходов. Не безвозмездно военное искусство. Окей, ладно, хорошо. Пока отдохни и на следующий ход в путь. В путь, в путь, в путь.
Так, 3 баллы. You honor us. There is food enough for 2 armies awaiting us when. Македонцы. Athena give you wisdom, so that you may speak well and persuade me of your cause. Торговая. Welcome. Опа. Ну хоть торговлю писали, отлично. Ну хоть торговлю. Так, пошли я с вами. Так, я с вами, тут с вами. Тут пускай пир немножечко осадят. Чё-то он как-то разошелся, на Афины пошел. Афины должен я захватить. Разошлись не на шутку. Так, мы беда мне. Мы будем строить пищу. Или же лучше общественный порядок поднимать. Еще один храм построить. Ладно, пускай пока ничего не будет. Подумаем. Рост пускай идет. Так. Так, 14 тысяч казни. Что-то маловато стало денег. Что-то маловато, братцы, стало денег. А здесь что надо улучшить? А-а-а. И у нас производство поднимется, да? Мрамора. Сколько на сколько? Сколько на сколько? На 40. Это доход от торговли. Отлично. На следующий ход, значит, выберем эту технологию. Будем идти, точнее, к этой технологии. Крупные защитные сооружения. 4,8. 12 ходов. Так, все, тогда завершаем этот ход. Так, все же сделали, да? Так, тут походили, тут стоим, тут ждем. Эта армия дохнет. Сколько там ходов осталось до начала боевых действий? You have the ear of my people. Do not waste words. 5 ходов, отлично. 5 ходов. И пир, по-моему, замирился с бревками. В следующий раз я их не буду звать. Нет, не замирился. В такие махинации. О. Much for my people. Only a single payment to replenish our sadly diminished coffers. Македония предлагает оборонительный союз. 2500 от нас требует. Блин, ну братва, блин, у меня вот сейчас вот деньги прям нужны. Когда их было в достатке, блин, вы не хотели ни хрена. My people do not like luxury. But money is needed. Ладно, короче, тебе нужны деньги. Давай, хорошо. Я поделюсь с вами деньгами. Надо было, знаешь, что? Надо бы еще посла было заслать опять к трибалам, опять к эпиру. Так, эпира тут... Эпир тут немножечко осадили. Пускай осаживают. Надо держать под контролем. Так, в Ларисе немножечко большая армия стала. Спарты. Откуда взялась эта армия? Поднялась, что ли? Вифиния плывет. Так, а нам надо нанимать флот. This senseless war can end today, but only if you see matters as they are, not as you wish. Мирный договор Кнос предлагает. Ну давай хотя бы 1000, блин, не хочешь? Ты же объявлял мне войну, а не я тебе. Плати тогда. Так, 3 баллы. К Пели подходят. Исследование завершено, бронзовые доспехи. Отлично. Так, мятеж в столице. Другие партии впечатлены вашей демонстрацией силы. Короче, подавили мы восстание. Плюс 5 верности, количество 5 ходов. Строительство завершено. Рыбацкие хижины в ядере. Новая особенность у Антиса. Грубый и, вероятно, распутный. Я буду ругаться, сколько хочу, мать твою, за ногу. Рвение +1, иди как и без зрелищ. Общественный порядок -2 в этой провинции.
которой находится Антис. Но он сейчас в походе. Новая фракция, царские скифы. Поболеем, царские скифы. Так, ладно. Что тут у них по войскам неизвестно, да? И в Ларисе гарнизон, ну, не полностью восстановился, но... А чё вы, куда вот вы идете? Интересно было бы мне узнать. Если я сюда подведу армию, пока устрою здесь лагерь. Блин, 17 отрядов, это серьезно. У них не совсем покоцана армия. Так, здесь мы подходим чуть ближе на подкрепление и устраиваем здесь налет. Давай немножечко тут пограбим. Ты иди сюда. Так, дальше мы изучаем 4 хода. Трудовая повинность. О, как раз невольничный рынок у нас. Невольничий рынок у нас откроется. Мы его улучшим. Так. Ну, слушай, давай, наверное, соберем флот. Кто у нас его возглавит? Бато-политик. У нас дипломат. Ладно, на Лавинцию будем тогда слать. Давай-ка Бата. Божественный выхарь. Восстановить наследие. Триаре со скорпионами. Тебе в помощь. Так, теперь это кто у нас? Это у нас иллирийские моряки. 127 содержания, ничего себе. Здесь у нас разбойники, отряд из 60 бойцов. Маловато как-то будет. А тут сколько? 90 бойцов, тоже маловато. От иллирийских бэкоплитов было бы здорово. Но 78 содержания, чуть поменьше хотя бы. Так, а это 45 бойцов, 58 содержания. Нет, давай-ка тогда разбойников хотя бы. Раз, два, три. Так, подожди, раз, два. Плюс пращники. Блин, пращники. Хотя нужны стрелковые отряды. А тут у нас тоже пращники, да, рабы пращники. Сколько содержания? 114. Ладно, пойдет. Раз отряд. Два такая вот, тогда вот таких отряда. И еще отряд разбойников уже не умещается. Ну, пускай вот так вот. 5 отрядов. Шестой отряд — это полководец. Шестой корабль. Ну, надо с чего-то начинать. С небольшого флота. Так, тут грабим, тут ждем, тут ждем. Угу. Опа, афинская армия, 8 отрядов. Чего вы хотите делать, 3 балла? Так, стоп. Дипломат. Погнали к 3 баллам. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting. Good and noble friend. Хотят. Ну ладно. Завершаем ход тогда. Ху ты, ёптать. Прям какие. Бяки. У македонцев хорошая армия стала.
кстати. Ух ты. I offer peace as I would throw a rope to a drowning man. Well, do you wish to clamber aboard? Спарта хочет замириться, да ладно. Ну-ка, а если договор не нападение, нифига. Чё наш договор-то с тобой? Ты хоть мне бабла дай. Не хотят. Так, отбили они пирскую армию. От Ларисы. Ну и пироты еще не окрепли. Так, бревки замутили передвижение. 3 баллы. Что-то как-то несерьезно. Так, наш дипломат вернулся в сопровождении опытного всадника. Новобранцы копейщики будут лучше подготовлены, великолепно. Новобранцы конники, а не копейщики. Тайный агент раскрыт наш. Так, новое задание. Разгромить в бою следующую армию верной Афине. Блин, зашибись. У них чума там еще. Объявлена война царские скифопулы. Строительство завершено. Алтарь Бинду. Новая особенность. Анней царь. Культурное влияние ленизма. Плюс 2, скорость исследования плюс 2%, вся фракция, отлично. Отчет про кораблестроение, тайный агент раскрыт, Илиад. Фиг знает где, нафиг он мне нужен. Сколько тут отрядов стало? 14. Вларись в самой. Есть отряды, которые полностью восстановились. Эту армию надо разгромить. Но они лагерем стоят. Мне прям это очень плохо делать. Это у меня это не получится. Если только нанимать каких-нибудь наемников. А ну да. Наемных ветеранов, например. Ой, или вообще, блин, наемные копейщики на одну битву. Поднанять их, чтобы башни разрушить. И ветеранов можно, в принципе. Ладно, сколько у нас там поддержка-то? 226 из 300 придворных нас поддерживают. Что будем по Ларисе это делать? Надо уже отхватывать этот кусочек. Или разорять. Или разбивать. Так, братан. Давай-ка поближе тогда проверь, кто здесь вообще есть. Много метателей. Так, сюда идут македоняне. Знаете что, вот Пелу я могу упустить. Если я отсюда возьму ее в осаду, на меня нападут спартанцы. Так что? Так что не знаю, что. Мне бы как-нибудь пройти вот отсюда. Вообще бы с этой стороны напасть. Блин. 14 отрядов. 26 в итоге в отрядов. Нет, это сомнительно. Давай-ка сюда, блин, нифига себе сказал. Так, здесь мы пройти не сможем, да, сюда вот? Ах ты, зараза какая. Не сможем к этой армии пройти. Ну окей, подойдем ближе. Будем в подкреплении.
Здесь будем в грабеже стоять. Пусть будет вот так вот. Пусть будет так вот. Здесь три хода осталось. Здесь осталось три хода. 10 968 в казне. Так, флот. Флот поплыл вперед. Погнали на разведку. Хорошо. Ну и все тогда. Общественный порядок еще на минус двоечку упадет, если мы расширим рыболовецкое селение. Но пока не будем это делать, пока подождем. Все, давай завершать ход. Македонцы. Три балла не спешат Пэлу брать в осаду, ты смотри. Прям вот как-то они побаиваются использования наемников. Нелегко сохранять военную мощь так далеко от столицы. Подумайте о том, чтобы пополнить войска наемными отрядами. Ну, я, да, мы думали как раз вот на днях. Доступность наемников. Больше солдат, однако содержать собственные войска дешевле, чем наемников. Связи с наемниками на 4 хода. Пополнение наемников фракции плюс 45%. Набрав еще больше наемников, вы существенно пополните ряды своих войск, однако это может оказаться слишком дорого. Давай поддержим наемников. Строительство завершено, и отвисни, игра. Усадьба в ядере. Отлично. Так, теперь. Теперь иди-ка сюда. Ну-ка, посмотри, что тут у нас. Спарта стоит на месте. Пополняется. Допустим. Взяли здесь в осаду. Пока что, пока что. Посмотрим, что тут у них. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, чтобы пройти вот этой армией. Проходим, и нам помогают македонцы. Правильно, правильно. Опа, отбегают афиняне, и нам все равно помогут македонцы. Здесь, в принципе, автобоем захренаковываем эту армию. Потому что армия Македонии — это ух, армия Македонии, или же. Не будем автобоем, а посмотрим, как македоняне сражаются. Пускай они покоцают немножечко тоже свою армию, но это будет уже в следующей серии, братцы. До скорой встречи. Пока-пока.